Посмотри, какая красота. 28 августа 2021 год, Харьков. 20:17 по Киеву. Венеру поймал между домами. Уже спряталась она за крыши, но немного сместился. Так, сейчас опять, чтобы нам не залезть никому в окно случайно. О! Ты ж моя золотая. Венера 169 миллионов километров до нее. Будьте любезны. ИСО 6400 максимально. Сейчас на фоне проводов вообще шикарно. Так, освещу. Видно, как Венера. Движется относительно проводов между высотками. Почему-то, не знаю, умиляет меня эта картина. Так, уменьшу сейчас выдержку. Не, ну, конечно, с таким ИСО. Угол дома, и мимо него скользит Венера. Разве не прекрасно? Ладно, показываю еще Сатурн и Юпитер. Венере говорим до свидания. Да, но не буду я просто из боязни кому-то в хату залезть. Посмотрим на Сатурн и на Юпитер. До Сатурна сейчас 1 миллиард 351 миллион километров. Вот он, наш красавец. Прелестная погода, я не знаю, вообще красотень. Ни ветра, ни облаков таких серьезных. Просто чудеса. Так было все дождливо и пасмурно, и на тебе. Спасибо матушке природе. И поехали теперь. Ну вот, кстати, можно посмотреть при такой светочувствительности, какое расстояние сейчас на небосводе между Юпитером и Сатурном. В комментариях меня спрашивают, как вы их видите, их же не видно с Земли. Очень их видно с Земли. Они прекрасно. Юпитер различим невооруженным глазом, вообще просто супер. Венера тем паче. Вот наш Юпитер и 4 галилеевых спутничка. Ио за ним. Европа и потом Ганимед. И замыкает шествие сейчас в кадре Каллисто. О, поместились даже все в кадр. Ничего вообще. Ну ладушки, хорошо, что так. Светочувствительность завышена до предела.
конечно, уже все гораздо темнее. Сейчас я попробую опять навестись на ориентир, на флаг, и посмотреть, что мы при такой, при таком ИСУ сможем там увидеть. Ну, весьма условно, но все-таки я в окуляр я вижу. Различные цвета. Желто-синий и даже малый герб. Ну, наверное, неразличим. Это я уже просто знаю, что он там есть. Хорошо. Значит, 28 августа 2021 год, Харьков, 2022 по Киеву. Будем ждать, когда встанет луна. И поснимаем все то же самое, но с луной. Слушай. А Венера-то до сих пор видна. Да что ж ты будешь делать, ты посмотри. Так, он у нас темный. Сейчас я встал так, чтобы... Невосвещенные окна. Сейчас. О! Это я уже третий раз с Венерой прощаюсь. Венерианская мухоловка. Аромат Дианы. Все, пора. 20:24. Надо же, еще так рано. Ну, еще ночь впереди. Буду снимать, буду выкладывать. Двадцать восьмое августа 2021 год, Харьков.